Клеила сверху мисочку, чтобы ровнее было и удобней. Развела такой жидкий цемент. Опускаю туда обрезанную майку. Сейчас ее нужно всю намочить. Забыла, надо было пакет одеть, чтобы не испачкалось. Теперь придется еще и отмывать. Но уже поздно. Все, пусть она подсохнет, потом еще надо будет промазать. Теперь нужно сделать ножку, подставочку. Тут я уже развела густой цемент. И вот сейчас сюда. Хватило немножко.
все, и пусть она сохнет. Так. Ну, а теперь я развела цемент чуть-чуть погуще. И надо все это промазать. Все вокруг просто вот промазывайте, промазывайте. И потом дать высохнуть как следует. Это все зависит от погодных условий. Ну, в общем-то, лучше пусть денечек постоит, посохнет. А потом продолжим. Что же, высохло у нас все. Так. Кипяточком полить, чтобы оно хорошо вышло оттуда. Вот это вот меня волнует, как оно снимется. Снимется ли? Так, это сейчас. Так. А не успела снять. Короче, я все это вот это дело вот так кипятком вокруг полила. Вот как кипятком обольешь снаружи ее, и все, и она, видите, и она вылазит. Так. Следующий шаг. Нужно ее промазать изнутри цементом. Жидким цементом. Чтобы она стала покрепче, потому что сейчас она еще не очень крепкая. Вот я развела цемент такой. И все. И сейчас внутри промажу все. Все прям до самого дна. Все вот это вокруг промажу. Ну что же, кашпо наше высохло. Начинаем красить сначала белой краской. У меня водоэмульсионка фасадная, так как оно будет на улице стоять, чтобы... Следующий, если вы будете красить другим цветом, там еще каким-то, чтобы не пожухла краска,
Нужно обязательно покрасить белой краской. Первый слой. Вот, сейчас я вот буду все это красить. Я решила не красить ее, а просто пройтись золотой краской по выступающим частям. Вот. Сейчас вот так сделаю. Вот и будет вот такая. Вот такое кашпо получилось. Высокое, белое с золотом. Такая подставка. Красиво и стильно. Сейчас я вам его издалека сниму. Вот так. Спасибо всем за внимание.